Всем привет, меня зовут Иван Печников. Хабаровск опять прославился на всю страну. В городе появилась могила для грязнули, подъезд как арт-объект и виртуальная бюрократия. В ближайшие несколько минут мы узнаем, что обсуждали, чем делились, что лайкали и расшаривали хабаровские интернет-пользователи на минувшей неделе. Хабаровск в последние недели стал буквально притчей во языцах в федеральном теле- и радиоэфире. Так, на прошлой неделе известный телеведущий Иван Ургант решил взять себе дальневосточный гектар прямо в самом центре дальневосточной столицы. В Хабаровском крае. Так. Ванино. Лишил местную жительницу прав на землю, полученную по программе дальневосточного гектара. Это первый раз в истории, когда лишают вот этого дальневосточного гектара. Об этом ТАСС сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта. По словам активистов, получателем участка в центре поселка Ванино, где был сквер, выступила местная жительница. Она собиралась открыть на месте отдыха цветочный магазин. Получается, можно было выбирать гектар в любом месте. Дайте мне, пожалуйста, центральную площадь Хабаровска, и все. Сейчас по мотивам этой истории снимается художественный фильм «Ко мне гектар». Хабаровские пользователи живо отреагировали на распространяющийся в сети видеофрагмент. Ха, то гуляющая по городу обнаженная женщина, то медведь, то это. Да такими темпами мы постоянными звездами Урганта станем. К слову, пару лет назад Иван Ургант предложил стать мэром города Хабаровска, кому бы вы думали, Джеки Чану. Все вас обожают, я клянусь вам, если бы вы только захотели, да вас бы сделали мэром Хабаровска в одну секунду. Любого восточного города забирайте пол России. Будьте с нами. Окей. Договорились. Да. Будьте с нами. Все же думаю, что руководить Хабаровском мистеру Чану было бы все-таки сложнее, чем добыть доспехи Бога. А вот еще неделю назад хабаровские интернеты бурлили после того, как журналист федеральной радиостанции «Вести-ФМ» Анна Шафран в интервью с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бричаловым почему-то назвала Хабаровск депрессивным городом. Мечта, чтобы по всей стране у нас были такие города, как Москва. Потому что Хабаровск, например, или где-нибудь в центре, ты смотришь и без слез ведь не взглянешь. И удивляешься, как люди, в принципе, могут в такой депрессивной обстановке жить. Когда серый цвет, все унылое, какое-то полуразрушенное. Удивляешься, как, в принципе, человек может жить, творить, что-то делать, к чему-то стремиться, когда обстановка вот именно так. Высказывание радиоведущей вызвало шквал недоуменных комментариев пользователей. Вот только некоторые мнения с паблика «Типичный Хабаровск». Дурацкое мнение. Вполне у нас красиво и нарядно в центре. Где депрессия-то, не понимаю. Большинство областных центров в стране куда хуже. Вот там депрессия, так депрессия. Надеюсь, ее мечта никогда не сбудется. Тогда эта тема из соцсетей быстро перекочевала на страницы интернет-изданий. Ряд местных информационных агентств опубликовали высказывания представителей общественных организаций, властей. Так, на тему публичного оскорбления Хабаровска высказались журналисты, представители ОНФ, министр культуры Хабаровского края Александр Федосов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Борис Гладких. В своих высказываниях спикеры назвали Анну столичной штучкой, призвали извиниться перед хабаровчанами и пригласили в гости, чтобы журналистка лично убедилась в том, что Хабаровск хорош. А через пару дней такого переполоха в программе «Полный контакт» на радиостанции «Вести-ФМ» Анна Шафран и ее коллега Владимир Соловьев посвятили аж 40 минут эфира разбору этой ситуации. Анна сообщила, что никогда не была в Хабаровске, о том, что он серый, узнала со слов своих знакомых. Она сказала, что не хотела обидеть жителей дальневосточной столицы, а лишь высказала оценочное суждение и пожелала городу процветания. Давайте попробуем разобраться, почему у человека, который ни разу не был в Хабаровске или был здесь только проездом, могло сложиться такое впечатление? Может быть, дело в брендинге территории? Или речь о том, что в СМИ, в том числе и федеральные, попадают только жареные новости из Хабаровска? Почему при упоминании Хабаровска у людей возникает в основном какие-то не очень хорошие ассоциации, особенно у тех, кто в Хабаровске никогда не был? Во-первых, потому что о плохом, ну, как-то больше и сильнее говорят, оно сильнее резонирует. Отсюда и живодерки, и зеленка, и там прочие хабаровские наши истории. Во-вторых, а, собственно, альтернативы какой-то там суперпозитивной у нас нету. Нужно
доставать, откапывать те истории, которые у нас, в принципе, уже есть. Очищать их, разрабатывать, усиливать и популяризировать. Это могут быть и нанайские сказки, и художники наши местные, наши таланты местные, рекорды и так далее. Все это можно брать, с этим работать. А теперь к другим новостям из сети. Хабаровчане активно обсуждают информацию о том, что к концу этого года в хабаровском общественном транспорте, возможно, появится безналичный расчет. Сначала терминалы установят в общественном транспорте, а затем нововведения, возможно, подхватят и коммерсанты. Во Владе что-то не зашла эта система, но прекрасно работает без кондукторов и так. Интересно, насколько вырастет число зайцев? Теперь алкоголики будут на остановках выпрашивать не пару рублей на проезд, а карточкой щелкнуть за него в автобусе. Давно пора, а то разносят заразу по всему городу автобусные деньги. В целом хабаровчане нововведение поддерживают, но сомневаются, что в наших условиях оно будет работать, ведь, цитирую, «люди у нас дикие, будут прыгать через турникеты». Прокомментировать ситуацию мы попросили в управление транспорта городской администрации. В текущем году специалистами управления транспорта организована работа по внедрению автоматизированной электронной системы учета и оплаты проезда. При управлении создана комиссия по рассмотрению вариантов внедрения этой системы. В рамках работы комиссии будет определен наиболее оптимальный вариант внедрения системы в общественном транспорте города. Интернет-сообщество обсуждает также видеоролик, сделанный в Хабаровске. Видео снял водитель кареты скорой помощи, которая ночью прибыла к 4-месячному малышу и не смогла проехать к подъезду. Дело в том, что весь проезд был заставлен автомобилями. В комментариях мнения пользователей разделились. Одни пишут, что перенести через двор ребенка врачам будет несложно, а другие предлагают установить на машинах скорой специальные бамперы и в таких ситуациях просто таранить припаркованные автомобили. В Хабаровске установили памятник чистоте. Фотография этого монумента появилась в соцсетях на прошлой неделе и вызвала бурное обсуждение. Пользователи задаются вопросом, где он находится, но никто толком не знает. Памятник выполнен в виде могилы с торчащими из нее сапогами, а на надгробии написано «Он бросал мусор мимо урны». Какой жуткий памятник. А мне нравится. Разбавляет серость окружающую. Интересно, за обсуждением художественной ценности инсталляции главный-то посыл памятника был услышан пользователями? В Хабаровске вообще живут люди творческие, которые готовы город свой делать ярче. Так на прошлой неделе хабаровчанка Елена Жукова выложила в Фейсбуке фотографии того, как она вместе со своей семьей украшает стены подъезда, где они живут. Теперь обычная парадная приобрела явно восточный акцент. Мне хотелось, чтобы в подъезде было красиво, и это оказалось заразительно. Стали хотеть вместе с соседями, и хочется продолжать. В фабрике «Типичный Хабаровск» выложено видео «Недавние грозы». Короткий ролик, выложенный Дашей Соколовой, сопровождается буквально-таки эпичной музыкой. Давайте посмотрим. Активные пользователи сети знают, что легче всего бюрократические вопросы решать через интернет, ну, например, через сайт госуслуги. Там можно, например, заменить водительское удостоверение, узнать неоплаченные штрафы, ну и решить еще многие проблемы. Но не все знают, что в электронный вид переведено уже 58 муниципальных услуг. Хабаровчане могут узнать, как учится их ребенок при помощи сервиса «Электронный дневник». Кстати, это самая популярная услуга, получаемая через интернет. Выяснить, что находится в каталогах городских библиотек, подать заявление на перепланировку, решить жилищные вопросы и многое другое. В последнее время популярной становится услуга получения разрешения на строительство. Теперь это можно сделать за неделю. Электронный вид, я думаю, вообще очень удобно для получения услуг. Поэтому услуги переведены в электронный вид, доступны на сайтах федеральном госуслуги.ру, региональном и на сайте администрации города. И причем можно обратиться за услугой прямо с нашего сайта. Я думаю, что это гораздо удобнее получается, не отходя от своего рабочего места, потому что заявители разрешения на строительство в основном получают, конечно же, юридические лица. И, конечно, для это потенциальные инвесторы. И вообще, как бы правительство Российской Федерации, правительство Хабаровского края, администрация города нацелены на то, чтобы сократить эти сроки, упростить процедуры. Поэтому сроки сокращены, выдачи разрешения на строительство до 7 рабочих дней, а по дорожной карте к 2019 году до 5 рабочих дней.
В общем-то, на этом все. А теперь предлагаю посмотреть, что пользователи сети выкладывали в Инстаграм на прошлой неделе. Там много интересного. Подписывайтесь на телеканал Хабаровск во всех социальных сетях. Делайте фотки, снимайте видео, выкладывайте их с хэштегом «Смотри Хабаровск». И, возможно, мы покажем их в нашем эфире. Приятного просмотра. Пока-пока.